Здравствуйте, с вами Данил Щербинский, тренер по самокату в школе Стритспорт. Сегодня мы продолжаем рубрику «Скольжение по перилам». И сегодня мы будем изучать такой трюк, как лип или фронт-лип. Погнали! Перед изучением данного трюка, то есть лип-слайда, вам нужно учиться борд-слайд. Далее, чтобы сделать лип, вам нужно заезжать к грани с оппозитной стороны и прыгать на тот же самый борд-слайд, не фронт-борд. Для того, чтобы сделать лип, вам нужно подъезжать с оппозитной стороны, немного под углом. Далее, вам нужно запрыгнуть именно на рейл, то есть не прямо вообще вот так вот сбоку или даже не туда. Вам нужно чуть-чуть самому под углом, вот так вот. То есть вот вы прыгаете, заносите доску и чуть-чуть наклоняетесь сюда. Это делается для того, чтобы по инерции вас зафиксировало ровно над рейлом, чтобы вы не оставались и сбоку, справа и слева. Потому лучше делать именно вот так вот. Далее, для облегчения бордслайда, именно липа, ставьте ногу чуть дальше от центра вперед к стакану и цельтесь этой ногой в рейл. Примерно вот так вот. Далее, сойти можно по обычному просто вперед или на фейке. Но чтобы сделать на фейке, нужно наклониться еще побольше, чем обычно, чтобы вас как раз перекинул на эту сторону. Ну что, спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Мы, наверное, еще продолжим эту рубрику катания на рейлах. Так что ждите видос на следующих выходных. До встречи!